Приветствую вас на канале Wolfix, и в этом видео речь пойдет о лимитах Big Trade. Простыми словами, это единичные большие покупки и продажи из Time and Sales, но отображенные на графике в виде фигур. Находится настройка лимита в меню Setup, Limit, Big Trade. И у меня уже настроены лимиты для фьючерса NASDAQ, отдельно для европейской и для американской сессии. И на примере лимита на покупку рассмотрим быстро его настройку. Выбираем значение 40 лотов. То есть, если будет совершена покупка одним ордером на 40 лотов, то на графике она подсветится таким вот зеленым кружочком. Далее выбираем сторону сделки. Buy, sell. Также можно выбрать сторону бара. То есть, можем отдельно отфильтровать, например, покупки на 40 контрактов на падающем баре и, например, продажи на 40 контрактов на растущем баре. Далее выбор цвета фона фигуры и границ фигуры. Также можем указать время работы лимита и настройка фигуры. Это круг, как в моем случае, квадрат либо треугольник. И выбираем размер фигуры. И ниже идет настройка алертов. И нажимаем Edit, если это существующий лимит. Если мы хотим добавить новый лимит, то нажимаем New. По сути, лимиты Big Trade заменяют Time and Sales. Если мы рассматриваем Time and Sales только с целью поиска крупных единичных сделок, мы можем поставить ленту на паузу, использовать Volume Filter, такой же, как и стоит у нас на лимитах Big Trade, с таким же значением 40. Нажимаем Apply. И проверим, совпадают ли значения с тем, что мы видим на графике и в Time and Sales. Возьмем этот бар, 12.25, и проверим, совпадают ли значения. Итак, первое значение по цене 13.60.43 с копейками. Вот наш первый лимит. Далее цена 646 на покупку, второй лимит. То есть сделка. Третья сделка по цене 647. Вот она. Их даже было две. И третья, то есть уже четвертая сделка, это по цене 13.645.25. То есть видим, что все совпадает. Таким образом, если вы используете Time and Sales для поиска крупных сделок, то можете смело воспользоваться лимитом Big Trade, вместо того, чтобы осматривать постоянно ленту. И можем заметить, да, что зачастую большие трейды у нас проходят на локальных экстремумах. Причем независимо от того, это покупки либо продажи. Предпоследний бар. Была крупная сделка на продажу. И видим, как после нее мы пошли резко наверх. И можем такие вот закономерности себе отслеживать. На этом все. Если у вас есть вопросы по настройке бигтрейдов, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании.